До календарной зимы еще больше недели, однако городские пейзажи Твери все больше походят на декабрьские. Столбик термометра с каждым днем все ниже, горожане одеваются все теплее, да и снега на улицах все больше. Минувшая среда для тверитян и вовсе началась с настоящего снегопада, который продолжался до середины дня. По иронии судьбы, именно на этот день была назначена демонстрация техники МУБЖЭК. Значительная часть машин вместо того, чтобы расчищать город, простаивала в ожидании первых лиц города, а директор МУБЖЭК Богдан Летсон отчитывался перед журналистами о полной готовности к предстоящей зиме. Предприятие готово на 100%. Участвовать в уборке города будет 87 единиц техники. Готова пескобаза. На сегодняшний день закуплено 100% песка, это 40 тысяч тонн. Справедливости ради отметим, главные магистрали регионального центра в среду и в четверг дорожные службы действительно расчищали и посыпали песком. Косвенным подтверждением этому может служить и статистика ГИБДД. Серьезного всплеска аварийности в эти дни зафиксировано не было. А вот до тротуаров и небольших улочек техника МУБЖЭК так и не добралась. И даже в центре города остались места, где уборочные машины или песко-соляная смесь не встречались вовсе. Центр Твери – пара шагов до одного из самых знаковых мест в городе – площади Славы. Здесь, на тротуаре, никто и не думал посыпать лед песком. Подскользнуться можно в два счета. Да и на самой площади снег убран не полностью. Неубранный снег покрылся ледяной коркой, и теперь, шутят тверитяне, каток заливать не нужно, ведь его создали погодные условия. А вот пожилые люди, да и любой прохожий, поскользнуться и повредить себе что-нибудь в таких условиях может в два счета. Площадь уже к Новому году, я считаю, готова. Сейчас ледок, опять ребятишки кататься будет. Это очень приятно. И дедам, и родителям. Так что я считаю, площадь готова. Ну, я живу здесь в центре. Не очищается вот эти дни, как выпал снег, и до этого выпадал, никогда не очищают. Не видели, как чистят, да? Нет, ни разу. Вот я иду от дома и смотрю, где бы мне пройти, чтобы было удобно. А лед не очищается ни на площади, ни около дома. Не лучше ситуация с прилегающими к площади Славы тротуарами. Они покрыты толстой коркой льда. Один из таких прямо возле отеля «Оснобрюк», который принимает в том числе и зарубежных гостей. Горожане здесь ходят с опаской, боясь упасть. Пока никто не чистит и не посыпает, ни разу не видела сегодня. Отметим, что никто пока не торопится убирать от снега и льда и тверские дворы. Но если улицы и тротуары – это ответственность администрации города, то уборка придомовой территории возложена на управляющие компании. И пока с этой работой, как показал наш опрос, обслуживающие организации справляются не лучшим образом. У нас, по-моему, уборка была такая, что подождем, само собой, проблема рассосется, придет оттепель, все растает. Лед, снег и не убирается у нас. Так как машины проедут, колея, вот идешь и все, а так не убирают. Очень плохие подъезды к домам и, в общем-то, жилищные компании, которые, видимо, должны этим заниматься, этому внимания должного не удают. А ведь это только первый снег, не было еще и больших морозов. Что же будет дальше, когда в Тверь придет настоящая зима? Никита Васильев, Илья Харитонов, Твериград ТВ.